После победы в Сочи в составе «Локомотива» произошло два изменения. В ворота вернулся Овчинников, а вместо получившего небольшую травму Арифуллина появился Кузнецов. Разумеется, он выдвинулся в полузащиту. Место второго персональщика занял Дроздов. После выхода на замену Снегирева Елышев отошел чуть назад. А Виктор Прокопенко предпочел не менять состав, победивший в прошлом туре «Черноморец». Нет у наставника ротора ясности, разве что со вторым форвардом. Но вполне возможно, что в Манчестере будет играть не Кривов или Илюшин, а Зернов. «Локомотив» начал неопасными атаками, полагая, что волгоградцы закроются на своей половине. Но ротор забил уже в самом начале. Езипов подарил Нидергаусу стопроцентный гол. А немного погодя, тот же Нидергаус вполне мог забить и еще. Вот только удар не получился. «Локомотив» прибавляет скорости, и ротор начинает фалить. Падает Чугайнов, Лапочкин определяет нарушение. Косолапов пробегает, Оганесян бьет, Гарин подправляет. 1-1. Волгоградцы никаких выводов не делают. Сбивают Кузнецова и штрафной примерно с того же расстояния. Самаруков должен держать ближний угол, но пока бьет Оганесян, мысли вратаря где-то далеко. 2-1. Куй железо пока горячо. Гарин делает всего одно касание и 3-1. Преимущество ощутимое, можно немного сбавить ход. Гарин забегает в офсайд, а Есипов опять наводит шорох на правом фланге. Пенальти и шанс для Олега Веретенникова подальше оторваться от Маслова. 3-2. После этого гола возникла надежда на борьбу во втором тайме, но бездарная игра защитников и особенно вратаря ротора быстро навели ясность. Бурлаченко отдает Самарокову, а тот Елышеву, с которым когда-то играл в текстильщике. Приговор объявляет Косолапов и падает от смеха. 4-2. Ротор попытался завладеть территорией, а «Локомотиву» только этого и надо. Дырявая оборона пропускает выход один на один Харлачева. Того немного задевает Самаруков. И Евгению приходится замениться. По стадиону объявляют результат матча во Владикавказе. Окрыленный «Локомотив» хочет забить пятый гол, но Самаруков в этот раз замысел разгадал. В конце Веретенников берет игру на себя и тащит мяч в штрафную. Защитники долго решают, кто же будет вступать в борьбу. А в результате зевают момент удара. 4-3, и теперь у Веретенникова 25 мячей. Он однозначно становится лучшим российским бомбардиром и к тому же близок к уникальному достижению. Веретенников может забить абсолютно всем командам российского первенства. Нам не удалось смоделировать игру на выезде с Манчестером, потому что соперник забил быстрые голы, и у нас ситуация вынудила менять тактику. Первое место, оно, конечно, не идет в сравнение ни со вторым, ни с третьим и тому подобное. Поэтому все-таки лучше, конечно, дай бог выиграть первое место. Если повезет, если этот фарт продолжит, то я думаю, что возможность есть такая.